Значит, будет одна, вторая. Давайте так обозначим символически четырехмерные переменные интегрирования. Вот операторы от внешних концов, внешние электронные точки.
спиновым индексом альфа, приходим в точку гамма 1, спиновый индекс и координата z1, дальше идем в точку y бета. Так, значит, здесь есть еще взаимодействие v z1, z2, значит, вот точка z2, и здесь функция Грина, которая сама на себя замыкается. Выходит из точки z2, выходит в точку z2. Ну и вторая диаграмма выглядит точно так же, как мы уже знаем, Грин z1, z1, z2, z2. Все, диаграммы абсолютно тождественны тем диаграммам, которые мы рисовали в случае двухчастичного взаимодействия при температуре абсолютно нуля. Если сформулировать правила записи любой поправки при двухчастичном взаимодействии, то можно, я сейчас их вам перечислю, значит, правила поправок записи для одночастичных функций Грина. В случае двухчастичного взаимодействия. Первое, значит, n-ный порядок, если брать взаимодействие. Значит, берется 2n внутренних вершин. Вершины называются точка, где пересекаются, значит, три линии, две электронные и одна линия взаимодействия. 2n внутренних вершин и 2 внешних конца. Две внешних точки. Вот это две внешних. Причем в каждой вершине сходятся две сплошные электронные линии и одна волнистая линия взаимодействия. В каждой внутренней вершине сходятся две сплошные электронные линии и одна линия взаимодействия. Дальше. Второе. Каждой сплошной линии сопоставляем функцию Грина. Так, где, значит, x это точка, откуда выходит линия, y куда она приходит. Так, дальше. Дальше, что значит? Каждой волнистой линии сопоставляется потенциал взаимодействия. Каждой волнистой линии сопоставляется потенциал взаимодействия. Чего?
Так, дальше. Ну, по каждой внутренней точке идет интегрирование. Значит, если я пишу D4Z, это значит интегрирование по координате и по детау по временной. Ну и, наконец, последнее, что надо иметь в виду. Вот надо учесть еще знаки, которые будут связаны с тем, что, вот, скажем, перед функцией гривна там стоит минус, значит, минус единица, n плюс некое число f, где f – число замкнутых фермионных линий. Вот. Это диаграмма, на которой у меня одна замкнутая фермионная петля. Так, фермионная петля. Вот она и будет давать минус единица. Если, скажем, я буду рисовать диаграмму второго порядка, скажем, в числе диаграмм второго порядка будет появляться, вот, допустим, таких два головастика, две фермионные петли. Ну, значит, для этого случая F будет равняться двум. Если есть так, допустим, фермионная петля вот такая, может быть, то она трактуется как одна фермионная петля. Вот во втором порядке. То есть мы видим, что фактически, когда мы ввели такую диаграммную технику, у нас абсолютно все те же самые диаграммы, что у нас и, сказать, при нуле температуры. Точно так же мы можем рассмотреть диаграммы, связанные с электрон-фаноновым взаимодействием. Точно так же можем рассмотреть диаграммы, связанные с электрон-фаноновым взаимодействием. Например, я напомню, что гамильтониан взаимодействия электрон-фанонного в представлении взаимодействия есть вот такой. Где, значит, вот это оператор рождения электрона в представлении взаимодействия, вот это оператор уничтожения электрона в представлении взаимодействия, а вот это оператор фотонного поля. Когда мы начнем возлагать сигма-матрицу, ряд по теории возмущения, то первый член единица, дальше идет поправка пропорционально первой степени взаимодействия, и когда мы начинаем поток усреднять по гипсу, убивать, значит, по теореме Вика и по гипсу, то средняя вот от одного оператора будет давать ноль. Точно так же средняя от трех операторов, то есть все нечетные порядки будут давать ноль. Поэтому неисчезающие члены ряда теории возмущения – это только все четные степени по взаимодействию. Ну и, например, поправка первого порядка, значит, формально она будет выглядеть вот точно так же, как вот эти диаграммы. Только, ну, они, поправка первого порядка будет выглядеть следующим образом. И вот линии мы будем приписывать фанонную функцию Гривна дельта, значит, здесь, ну что у меня, x1, x2, так, скажем, это x, y,
Вот этим жирным точкам приписываем силу взаимодействия G. Ну и здесь точно такая же вот фанонная функция Грина D0, x1, x2. Однако я напомню, что когда мы рассматривали вот диаграммы такого типа с головастиком при нуле температуры, и когда мы переходили от координатного представления к представлению в импульсном пространстве, выяснялось, что вот эти диаграммы отвечали нулевой передаче импульса. В импульсном пространстве, когда мы пишем диаграммы, начинает работать законы сохранения, что число импульс, входящий в точку, энергия, входящая в точку, равняется энергии импульсом, входящим в точку. Так вот, в этом случае импульс передачи был ноль. А фанонная функция Грина содержит энергию фанонов с нулевым импульсом, который равняется нулю. И поэтому вот диаграммы такого типа в электрон-фанонном взаимодействии при нуле температуры у нас пропадали. И точно так же будет, эти диаграммы будут отсутствовать и в случае техники конечной температуры. Поэтому диаграммы для электрон-фанонного взаимодействия фактически это те же диаграммы, что и для двухчастичного, за одним исключением. Все взаимодействия, все диаграммы с нулевыми импульсами передачи надо выносить. Ну и теперь запишите название следующего параграфа, параграф 6. Диаграммная техника. Для мацубаровской функции Грина, диаграммная техника. Для мацубаровских функций Грина в импульсном пространстве. Диаграммная техника для мацубаровских функций Грина в импульсном пространстве. Все функции Грина, которые у нас стоят, пройдут теорию возмущения. Электронные функции Грина, значит, допустим, x1, x2, они являются разностью координат и разностью вот этих мнимых времен tau1 и tau2. Точно так же фанонные функции Грина являются разностью координат и разностью времен tau1 и tau2. Переменные tau1, они меняются на интервале от единицы до t, и переменная tau2 тоже меняется на этом интервале. Поэтому, если рассматривать tau1 минус tau2, вот эта разница переменных, она меняется в интервале от единицы на t до минус единицы на t. Теперь нам надо переходить к импульсному представлению, потому что там, как правило, все вычисления проводить удобнее, но есть одна штука. Если мы перейдем от разности координат к импульсному представлению, значит, выполнив фурье преобразование по разности R1, ну, мы там перейдем к пространственному импульсу. Какой-то переход надо вот выполнить по этой мнимой временной переменной. Я напомню, что нуль температурной техники у нас стояла t1 минус t2, которая менялась в интервале от минус до плюс бесконечности.
Мы проводили обычное разложение в ряд фурье с помощью интегрального преобразования. Фурье преобразования проводили. А теперь вот это переменное меняется на ограниченном интервале от того 1 и того 2. Ну, в математике известно разложение в ряд фурье. Не в интеграл фурье, а в ряд фурье. Если какая-то переменная, ну там, назову ее там, допустим, z, что ли, меняется на интервале от пи до минус пи. Ну, тогда есть правило, по которому, скажем, какую-то функцию z разлагает в ряд, там, соответствующий. Минус по m от плюс до минус бесконечности фурье области. Вот есть такое соотношение теории ветров фурье. А в нашей вот переменной изменяется в таком интервале, поэтому нам надо как-то сделать преобразование, чтобы нашу функцию вот эту, которая является, меняется в таком интервале, подогнать под интервал изменения от минус пи до пи. Делается это следующим образом. Давайте вместо переменной tau введем новую переменную, величину следующим образом. Идем переменную зета, которая есть и на t на tau. Тогда, скажем, если tau имеет значение минус единица, то вот эта соответствующая переменная подставляем сюда, она имеет значение равное минус пи. Если tau принимает значение единица, это переменная единица, она имеет интервал, принимает значение пи. Таким образом, вот это значит си, пи, э на тау меняется на интервале от пи до минус пи. Так, тогда вот если у нас есть функция g, да, это вот. Ее можно разложить в ряд фурье следующим образом. Так, ну, значит, она, это та же самая функция, где переменный масштаб изменили величи. Значит, это будет, когда разлагаем в ряд фурье от n минус бесконечности до n бесконечность, вот фурье образ e минус e. Вот в этом разложении немножко, значит, надо, значит, E, E, C, это, черт, давал, забыл, как это греческая буква называется. Кси. Да? Какая сила? Кси? Да. Кси, ладно. Переменную кси. Значит, это есть сумма по m минус 8 e минус и n пи t на tau. Вот так. Давайте введем для краткости следующее обозначение. m пи на t
это будет равняться f от минус бесконечности до плюс бесконечности fn e минус и омега n тау. И еще сделаем один трюк. Давайте вот этот Фурьер образ представим немножко по иным способам. Давайте из него удобно выделить множитель t впереди. То есть фактически взять, выделить множитель t, тогда здесь вот Фурьер образ мы обозначим как g. Первый член. Что здесь?
Первый план. Давайте проинтегрируем потал. Так, значит, это баланс со знаком интегрирования. ЖМ. Интеграл по тау на верхнем пределе это от единицы на t, на нижнем пределе минус и плюс единицы на t. Так, ну и второй интеграл. Давайте вынесем знак интегрирования. А здесь останется одна вторая. Вот в этих пределах интегрирования от экспоненты. Ну вот, нам, значит, первый интеграл мы вычислили, осталось нам вычислить вот это. Ну вот сейчас я покажу, что второй интеграл. Вспоминаем явный вид, что такое интеграл, значит это 1 вторая, интеграл 1 вторая. Так, Е, И, Пи, М, минус М, штрих на Т. Я просто вспоминаю явный вид вот этих обозначений. Так. От экспонента. Так, коэффициент перед так, тау и m минус m вторых на t. Так, и экспонента на верхнем пределе, да, там e и i m минус m вторых минус Е минус И, И, М минус М. Ну а дальше что нам? 2 И, И, М минус М штрих, 3 на Т большое. Расписываем экспоненты через косинус и синус. Минус и m минус m штрих. Это первый вклад. Так, дальше вычитаем косинус и m минус m штрих. Так, ну и пойдет плюс и синус и m. Каждый из синусов автоматически равен нулю, потому что целое число π. А вот эти два члена взаимного числа. То есть мы с вами фактически доказали вот эту, значит, формулу обратного Фурье преобразования. Теперь вспомним, что когда мы рассматривали функции Грина, у нас мы доказали, что для одночастичной функции Грина работает такое соотношение. Если мы смотрим функцию Грина в области отрицательных значений переменной тау, то она связана с функцией Грина в области положительных значений тау. Вот такое соотношение t плюс единица плюс t. Значит, тау плюс единица на t. Область переменной больше нуля. Знак плюс относился к БЗ-частицам, знак минус относился к первым частицам. Вот оказывается это соотношение в
вводит некие ограничения, да, вот нашу искренную и переменную омега-реакцию. Ну, это после перерыва. Давайте от нуля
единица t, этау, этау, да. Вот, значит, ну это вот с чего мы стартовали? Мы стартовали с вот этого выражения, вышли к этому результату. А теперь давайте поводнее рассмотрим случай фермийских частиц и бозонских частиц. Так, фермийские частицы. Значит, вот эта скобка со знаком минус. Вот посмотрим, чему она будет равняться для фермийских частиц. Так, подставляем явный вид омега n, получаем минус e, минус e, p, n, t, явный вид, делим на t, значит, единица минус e, минус p, минус n. Тогда представляем через косинус, минус косинус p, n, плюс и синус. Синус от целого числа π0 остается единицей минус косинус πn. Ну, здесь оказывается две возможности. Если n у нас нечетная, n нечетная, значит n минус 1, скажем, минус 3, минус 1, 1, 3 и так далее. Все это. Косинус минус π, это чему равняется? Косинус минус π минус единица, знак минус, будет двоечка. А если r будут у нас четные, минус 4, минус 2, 0, 2, 4, 0. Значит, вот в этом выражении, вот в этой скобке, выживает только тот случай, когда вот эти омега n содержат в себе нечетный множитель. То есть вот это единица минус e минус e омега n не равняется нулю, но и омега n 2n плюс 1 на 5. Только для четкое значение индекса. Для БЗ-частиц. Для БЗ-частиц ситуация противоположная будет. Так, единица плюс Е минус И омега Н Э. Это сведется единица плюс косинус Пи Н. Ну, это, соответственно, даст двойку при четных n, минус 4, минус 2, 0, 2, 4 и так далее. И будет давать 0, если n минус 3, минус 1, 1, 3, 5. То есть в случае бозонных частиц, вот этот множитель выживает только для неких четных значений. Значит, вот этот, в общем, коэффициент, который стоит перед интегралом, мы можем написать так. Единица плюс-минус e минус и омега n равняется двойке, если fn 2n плюс 1 πn для фермийских частиц и двойки, если 2n и 2, так, что я пишу? 2n и t. В результате, значит, вот эта формула
другого обратного фурье преобразования, от координатного представления к импульсу, она должна записываться так. Интеграл от нуля до единицы на t, e. Функция распределения, умноженная на вот этот множитель
Это для фермерской частицы и для плотницкой частицы. Вот теперь нам осталось сделать размножение, фурье размножения вот этой переменной таблы. Ну вот воспользуемся теми формулами, которые мы только что получили. Значит, вот только-только эту формулу вот эту получили, где интегрирование идет по области положительных переменных тау, ну как здесь, значит, у нас вот такая переменная применена. Значит, жилья думает альфа, бета, интеграл по положительной области единицы t. Давайте сделаем сперва, отдельно рассмотрим случай фермерской частицы. То есть давайте подставим предложение, отвечающее фермерскому случаю. Так, значит, минус дельта альфа бета за интегралом такая скобка единица минус np. Интеграл единица до t e и омега n тау минус множитель, который мы притащили из определения это. Элементарный интеграл от экспоненты. Берем его. Так, вытаскиваем коэффициент в экспоненте. Значит, и омега n минус эпсилон p. Так, вот плюс-минус здесь. Так, теперь экспонента на верхнем пределе будет e и омега n единица на t минус эпсилон 0 p минус мю на t. Минус экспонента на нижнем пределе. Ну и вот теперь давайте-ка займемся вот этой фигурной скобочкой. Фигурная скобочка, давайте я вот, значит, ее условно напишу. Что делаю в фигурной скобочке? В данном мере подставляю омега n, пометуя, что это у нас фермерский случай, и он содержит n как нечетное число. Значит, вот это кусочек экспоненты будет, да, и 2n плюс 1 на p. Так, вот этот кусочек экспоненты e минус эпсилон вдоль p минус mu на t минус единица. Так. Вот если этот кусочек экспонента опять представить как косинус и синус, нечетное число синусов 0, а нечетное число, так сказать, π у косинуса дает минус единицу. В результате что мы будем иметь? Мы будем иметь такое выражение. Вот я давайте вот этот весь множитель условно обозначу буквой А, чтобы его покороче писать. Эпсилон 0π минус mu на t, давайте я его для краткости обозначу буквой А, чтобы поменьше было выписывание. Так, значит, все, что.
что у меня здесь получилось. Результат минус Е в степени минус А. Вот фигурная сколка до этого преобразовалась. Давайте теперь вот эту фигурную скобку умножим еще вот на этот множитель. Так, пишем, значит, единица минус М умножаем на фигурную скобочку. Что делаем с первым? Значит, единица минус функция распределения. Ферми Дирака. Так. Фермильская функция распределения содержит в экспоненте вот этот коэффициент А. Значит, у нас будет ЕА плюс единица умножить. Ну что остается, ребята? Приводим к общему знаменателю все это, вот это первый член. Перемножаем. Ну ладно, мы делаем. Так, первый член Е. А плюс 1, минус 1, Е, А плюс 1. Дальше. Первый, как минус 1. Вот эту круглую скобку преобразуем. Е минус А, единица плюс Е, А. Подумайте здесь нужно. Результат всех этих коэффициентов минус единичка. Так, если эту минус единичку учесть, да еще вот этот, мы получили Фурье-Оплас. Пространстве импульсов и дискретных частот для фермионов в таком виде движения можно рассмотреть. Я напомню, что когда мы рассматривали нульдиаграммную технику, G0 альфа-бета в пространстве импульсов и частот выглядел так. Это альфа-бета, омега, минус эпсилон 0π, плюс ню, плюс и d, сайт омега. Похоже. То есть, вот если вот эту вещь просто заменить на вот эту, тогда мы получим соответствие между этими Фурье-образами. Теперь поглядим. Это мы получили Фурье-образ для Ферми частиц. Теперь давайте частички базы. Чем отличается случай с частичек Бозе? А он отличается будет следующим. G для Бозе случая. G0 альфа бета E мега F. Так, минус дельта альфа бета, если у Бозе частицы есть спиновые индексы. Множить единица плюс функция распределения. Ну, а результат интегрирования будет такой же, и омега n минус эпсилон 0p плюс mu. Это коэффициент, который мы вынесли из экспоненты. Ну и экспонента на верхнем и нижнем пределе.
Так. Ну что остается? Давайте опять рассмотрим фигурную скобку. Фигурная скобка, с ней надо обращаться точно так же, как и раньше. Только надо учитывать, что теперь вот эти дискретные частоты содержат четный множитель 2n. Так, значит, фигурная скобка, это есть вот этот экспонент с четными множителями, она нам выбрасывает e2mπ. Вот что было нами получено.
где функция распределения фотонов — это функция, естественно, УПЗ Штейна, МКТ, минус единицы. Число фотонов не сохраняется, химпотенциал фотонов равняется нулю. Поэтому, значит, никакого рю здесь не надо для фотонов писать. Ну что ж, вот мы имеем выражение для функции Грина, в которой не совершено еще фурье-переход от переменной тау к дискретным частотам. Давайте сделаем другую. Ну, значит, надо взять, проинтегрировать по от нуля до единицы до t. Так. Ну, интегрируем и затрагиваем только экспоненты. Где и омега n tau минус tau омега 0k tau. Значит, первое слагаемое интегрирую. Ну и начинаешь опять вот
общему знаменателю, и вот начинаешь с этими экспонентами комбинировать. Ответ выглядит такой. Результат всех этих манипуляций с экспонентами. Он у меня дает минус единицу. Значит, первый член минус и омега n. Вот что получилось при вычислении первого вклада фигуры в квадратные скобки. Второй вклад. Значит, он был nk, интеграл от 0 до 1 на t, до tau, e и омега nt плюс омега. Функция распределения и омега n плюс омега 0k. Так, и от интегрирования, это от интегрирования от экспонента, и значит омега 0k на t минус 1. Ну, опять давайте выпишем функцию распределения в виде единица e омега 0k на t минус 1. И видим, что вот это коэффициент и вот это сократится. Значит, просто единица и омега n плюс это 0k. Итого, мы вычислили два вклада фигурной квадратной скобки. Значит, мы можем сейчас фотонную функцию в его d0k омега n. Так, перед скобкой стояла, вы можете, 1/2 омега 0k. Первый вклад такой, ну и вот этот плюс и если эти дроби привести к общему знаменателю, результат манипуляции. Там, значит, и омега n при проведении в квадрате даст минус квадрат n. Вот все это учтешь. Образ фанонной функции Грина Мацудуаровской нулевой сделаем перерыв.